Уба-уба, мы паломники храма Херабина хотели вашего одобрения нашего храма. Кого, дед? У нас секта здесь какая-то появилась. Господи, спаси нафиг. А, у нас тут это, у нас тут секта. Расстрелять? Не-не, мы пока не знаем, бешеный он или нет. Мы паломники храма Херабина, у нас для вас дары. Ядрён пернатый. Нормальные дары, он мне 9 алмазов дал. А где храм? Показывай. Пойдемте. Нифига себе. Как я понимаю, дед в трусах, бананка — это представители храма Херабрина, да? Но это сектанты, это не город. Это запрещенная какая-то организация. Они мне поклоняются, у меня же гласные. Не кажется, что они нас куда-то заведут сейчас в ловушку, словят, а потом съедят нас? Да не, они первые идут. Вот и проверим. Ты посмотри, что там вырисовывается. Ё-моё, я вижу. Так. Вот это точно ловушка напоминает. Нифига себе, когда они успели отбабахать такой себе? Ты смотри, они тут реально Херабрину, наверное, поклоняются. История о появлении великого храма Херабрина. Фига себе, там ядрен батон, тут всякие анимации. Мы были отвергнутыми путниками. Так мы не отвергали никаких путников, мы не успели вам этот выделить территорию, путники. Заблудившими среди джунглей и пустынь, ни один город не принимал нас, и вот понойте мне здесь поплачьте, и не предоставил убежище. Мы скитались в поисках воды и еды по пустыне 3 дня и 3 ночи. Странная пещера приютила нас, там мы нашли защиту. Щиту и очаг. В попытках выжить мы наткнулись в пещере на остатки костей. Раскапывая их, нам пришло пророчество. Это мощи Херабрина, когда он скитался в теле аватара по землям Майнкрафта. Господи. И в пророчестве было сказано: «Построй храм, и да будут тебе путник блага и мое херабриновское благословение. И всяк, проходящий в храм и попросивший моего благословения, получит его». И стали мы воздвигать стены храма Херабрина на останках его аватара, чтобы каждый путник и странники отвергнутые мог найти тут приют и покой. Далее участник. Хранитель, дед в трусах, жрица банана. Бананка, святая Стасик. Нифига она не святая, демониха. Всегда мечтал купить аккаунт, уже забаненный на Хайпикселе? Тогда скипай эту рекламу, ведь это не про нас. В нашем магазине ты можешь получить лицензионный ключ Майнкрафт, который ты можешь активировать на своем личном аккаунте, а также Discord Nitro и Optifine плащи. Copper Store. Исполняй свои мечты, покупая за гроши. Тогда примите нас? Куда? В мире. Конечно, примем. Развивайте свой храм. Мы не будем на вас нападать. Они поклоняются не мне, наверное, а Херабрину. Что, может, оставим это? Так, доброй воли, Жулька Пэй. Нет! Да! Да, так, хотите, мы в жертву вам в знак дружбы принесем жулика Плея. Сухого кустика. Они говорят да. Так. Нет! Я не пойду к ним! Стреляй, мокрый ус. Надо в жертву его принести. Не надо! Давай, в жертву! Нет! Я его уже не вижу. Нет! Так подожди, жулик Плея, они сказали, ради нашего спасения надо тебя... О, все, молодец. Эдуард! Да. Посмотрите назад. Иди отвлеки мистера Фавко, пожалуйста. О, ты... Нафига ты их историю украл, дурак? Прошлое нельзя забывать, ты помнишь, кем мы были? Он у меня на рефлексе. Верно. Это история их? Это их история, он ее спел. Да это даже важнее, чем правило. Это важнее, чем правило. Это история, понимаешь? Забытая богами просто. Молодец, этот тухлый хвост.